Здравствуйте. Мы с вами находимся в двухкомнатной квартире 58,2 квадратного метра. Проходим в просторную прихожую, площадью 10 квадратных метров. Здесь есть отдельная ниша, куда с легкостью поместится шкаф для верхней одежды и обуви. Сделайте ставку на аксессуары и создайте свою гардеробную мечты. Рядом с прихожей располагается совместный санузел площадью 5,2 квадратного метра. Установите нужную сантехнику, добавьте теплые цвета и аксессуары, пускай просыпаться по утрам будет вдвойне приятнее. Далее проходим в сердце квартиры, просторную кухню-гостиную площадью 25,6 квадратного метра. Здесь два окна, а значит солнечного света и тепла будет в два раза больше. Почувствуйте себя дизайнером и спроектируйте свою кухню-гостиную мечты самостоятельно. Установите современный кухонный гарнитур, готовьте и принимайте гостей, площадь позволяет. Следующая жилая комната площадью 15,1 квадратного метра. Обустройте здесь спальню и соберите все для хорошего сна. Спокойные краски, удобная кровать, уютный текстиль. Засыпайте и просыпайтесь с удовольствием. Из жилой комнаты есть выход на лоджию площадью 4,2 квадратного метра. Превратите эту лоджию в любую зону. Комната для отдыха, рабочий кабинет или домашний садик. Югстрой Империал. Жилье со знаком качества.